Образ белорусской Швейцарии, любовь к малой родине и искренние человеческие чувства. Увековечить свои патриотические мысли в новой песне о Мозыре предлагают организаторы масштабного конкурса, администрация Дворца культуры «Строитель» и представители творческих кругов. Мы обращаемся к музыкантам, композиторам, поэтам о создании новой песни о Мозыре. И, конечно, хотелось бы слушателей и мозырян порадовать новыми песнями. И вот поэтому мы проводим такой конкурс на лучшую песню о Мозыре. Жанровая палитра новой музыкальной композиции не ограничена. Песня может быть торжественной, лирической, патриотической и даже шуточной. Выбрать лучшую из предложенных предстоит компетентному жюри. А зазвучит такой гимн Мозырщины на празднике города в сентябре. Другой проект – музыкальный «Мозырь-2016» для тех, кто не обладает даром сочинительства, но очень любит петь. К участию в этом конкурсе приглашаются солисты, дуэты и даже семейные ансамбли. Возраст от 13 лет. Уровень подготовки и профмастерства роли не играет. Организаторы обещают, что это будет настоящий народ, голос по-мозырски с элементами танцев на Полесье во второй части. Помимо певцов, мы еще приглашаем к участию танцоров. Значит, по европейской программе это вальс, танго, латиноамериканская программа. Значит, это и джайв, и румба, и чача, и сальса. И, конечно же, народно-бытовые танцы. Это и полька, это и нареченька. Это и барыня, это и цыганочка. Бороться за победу и призы музыкального Мозыря смогут также рок-группы, представители современных вокальных и танцевальных направлений. Первые отборы начнутся уже в мае, а имена самых одаренных мозырян станут известны летом. Вы все еще мечтаете о сцене и продолжаете использовать шампунь вместо микрофона, а кухню вместо паркета? Тогда срочно звоните по телефонам 32 50 38 или 32 41 37. И творческая удача обязательно придет к вам. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов, телеканал «Мозырь».